День, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology и я ведущий Кравцев Сергей. Любите вы задать такие вопросы, знаете, горячие, так сказать, с подвохом? Вы, наверное, так и хотите, чтобы я побыстрее стал медийный на, в общем-то, пространстве интернета с этим трэшем. Ну ладно, раз уж начали трэш, давайте сделаем трэш. Вы спрашивали меня о психотипах свингеров, кто это такие, почему они, в общем-то, позволяют себе такое, наглецы. А, в общем-то, ну, типы личности у свингеров могут быть самые разные, не нужно их записывать вот строго куда-либо, да. Это могут быть и шизоиды. Это могут быть и психопаты, это могут быть и социопаты, это могут быть, соответственно, иногда истерики, но очень редко, и очень часто нарциссы. В чем суть? Нарциссы бывают девушки, вот эта вот история, знаменитое слово, ставшее оскорблением в интернете, куколда, да, когда мужчина вроде как находится в такой, ну, нижней, да, позиции, и приходит другой мужчина, и вот он делает все, что хочет с этой женщиной. Женщина в этом случае, скорее всего, нарцисска, и вот она так, в общем-то, удовлетворяется. Если, соответственно, они шизоиды, как правило, это просто что-то такое специфическое, нафантазированное, смотрите, секс-шизоидкой, который я снимал, то есть это будет совершенно какая-либо, какая угодно нетипичная привязка к чему-либо, может, там будут, не знаю, плетки, или она в костюме Пикачу будет еще дополнительно, там может быть все что угодно. Вот, значит, там редко можно увидеть эпилептоида, соответственно, эпилептоид вряд ли будет идти на такие ухищрения, да, соответственно, чистые эпилептоиды там вряд ли появятся. Там могут быть гипертимы, заскочить, так скажем, на огонек и также убежать. Там вряд ли будут и мотивы, только если их подавила нарцисска, и он вот оказался в такой тусовке. Значит, кто у нас еще среди свингеров? Вроде всех перечислил основных типов личности. Тревожный там не будет, и у него будет чувство тревоги даже, ну, по отношению ко всему, ко всей этой атмосфере. Представьте, какой-то стресс, как минимум много людей, и он будет бояться каких-то венерических заболеваний. Ну, в общем, тревожный туда не пойдет. Туда кто еще может пойти? Психопат туда может пойти, девочка психопатичная. Такое очень часто бывает. Психопатичные девочки соглашаются на участие в таких мероприятиях, потому что их как бы вынуждают их мужчины, ну, даже мужчина-нарцисс. А девочка-психопатка имеет какую-то выгоду, и она готова какое-то время это терпеть ради достижения какой-то там материальной выгоды, допустим, ради этого. Социопаты могут так поступать просто в силу того, что тормоза отсутствуют, и он может и такое дело практиковать. Но, как правило, они могут уйти в БДСМ во всякий, вот, и, ну, как-то уже произрастать, скажем, там, как уже садисты такие более открытые. Вот вкратце, как выглядит типология личности свингеров, да, и кому что интересно, если еще пишите в комментариях, в принципе, ну, в целом-то тем широкая сексология, можно это снимать, говорить на эту тему достаточно долго и более глубоко. С вами был Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я вас всех жду у себя в Инстаграме. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!